Всем привет! Медиазона продолжает публиковать сводку потерь российской армии в войне с Украиной. Каждые две недели мы обновляем данные, собранные и подтвержденные по открытым источникам командой волонтеров совместно с журналистами Медиазоны и русской службы BBC. Цифра потерь приближается к отметке 34 тысячи, и сейчас, по нашему консервативному подсчету, в списке примерно 33 900 имен. За последние две недели в список потерь добавилось примерно 1300 человек. Как отмечает наш дата-отдел, это больше, чем обычно. Частично это может быть связано с тем, что наши волонтеры нашли кладбище, о чем подробнее расскажет Максим Летаврин, а частично с активизацией боев из-за контрнаступления ВСУ. По составу погибших тенденция не меняется. На первом месте по числу потерь заключенные. Их больше 6300 человек. На втором месте мобилизованные. Их почти 4000. Несмотря на публичные обещания властей, в войне участвуют не только мобилизованные, но и срочники. Конечно, массово в боях их не используют, но они все равно гибнут, в том числе на территории России. Подробнее об этом расскажет редактор «Медиазоны» Максим Летаврин. На этой неделе у нас получилось чуть больше погибших, чем обычно. Обычный темп в предыдущей неделе и месяце – это около 900, ну, меньше 1000 погибших за две недели, а сейчас у нас примерно 1300 с 23 сентября. Мы пока не можем утверждать, что такое увеличение найденных нами погибших связано именно только с ситуацией на фронте. И отчасти это связано с нашим подсчетом. На этой неделе один из волонтеров наших попал на кладбище в Кемеровской области и нашел там больше сотни захоронений, о которых мы не знали. И, ну, собственно, каждый раз, когда наши волонтеры приходят на кладбище, они там находят каких-то новых, неизвестных ранее нам погибших. К сожалению, по фотографиям могил очень часто нельзя практически ничего сказать о том, где служил погибший и как он, собственно, умер. Там есть, ну, фотография человека и даты, ну, годы его жизни. Но мы можем отметить, что в большинстве случаев, ну, наверное, где-то в половине случаев, погибшие, вот фотографии погибших на могиле, на этой фотографии человек был в гражданской одежде. Это не значит вот на 100%, что этот человек не был профессиональным военнослужащим, но по нашим наблюдениям, вот за другими некрологами, если человек как бы профессиональный военнослужащий, контрактник, долго служил в армии, то, как правило, стараются вешать фотографии в военной форме, как в некрологах, так и на могилах. А если человек до начала этой войны к армии не имел никакого отношения, то тогда, как правило, могут выбрать фотографию обычную совершенно. И вот где-то до половины захоронений, которые мы нашли в Кемеровской области, это какие-то обычные люди, то есть, вероятнее всего, какая-то, ну, большая часть из них это, ну, либо мобилизованные, либо добровольцы, либо те, кто вот, наемники, те, кто пошел там в ЧВК Вагнера или иные ЧВК, то есть это не профессиональные военные. В конце сентября на границе Белгородской области погиб 22-летний срочник. Вероятнее всего, он попал под обстрел, хотя военные не спешат признавать это официально и, как это часто бывает, юлят с несколькими версиями. И это уже не первый такой случай. Всего в нашем списке погибших около 70 срочников. Ну, значительная часть — это крейсер «Москва», но много и таких вот, кто погиб от обстрелов. Причем там чаще всего, наверное, 85-90% — это обстрелы на территории России. Еще, помимо таких срочников, у нас, ну, около 200, наверное, военнослужащих, которые, находясь на срочной службе, подписали контракт и поехали на фронт. Мы не считаем их срочниками в таком случае, но тоже мы, конечно, видим, и об этом много писалось, что очень многим контракт пропихивают практически насильно. Из-за того, что у нас в списке 70 срочников, мы не можем утверждать, что их как-то вот массово используют на фронте. Скорее всего, это неправда. И на фронте, в смысле на территории Украины, в составе каких-то наступающих частей, их нет. Но их много, мы точно можем сказать, что их используют в приграничных территориях, в Белгородской, Брянской и других областях. Насколько мы понимаем, они используются как подсобные рабочие, то есть помогают строить укрепления и так далее. Ну и вот с учетом обстрелов российской территории, это для них тоже
опасно. И срочники на этой войне тоже гибнут. Еще за прошедшие две недели стали известны имена двух погибших членов экипажа вертолета Ми-8, который угнал в Украину летчик Максим Кузьминов. Это штурман Хужбах Турсунов и летчик Никита Кирьянов. Россия уже получила их тела. Были сообщения о том, что на телах погибших летчиков были найдены следы пыток, но вот как утверждает родственница Хужбахта, с которой поговорило издание «База», на самом деле какие-то повреждения на теле могут быть связаны с неправильным хранением трупа. Как именно они погибли, мы пока, ну то есть от чего именно, мы не знаем. Сам Максим, который перешел на сторону Украины, перелетел вместе со своим вертолетом, говорил, что они начали паниковать и вести себя агрессивно, и их застрелили. Погибших кадровых офицеров в звании от подполковника за эти две недели нет. Украина заявляла довольно большое количество погибших при ударе ракеты Storm Shadow по штабу Черноморского флота, но мы пока не видим никаких публичных подтверждений какой-то массовой гибели офицеров или просто даже солдат в том районе. Это совсем не говорит о том, что это неправда, потому что о гибели многих офицеров, особенно высокопоставленных, особенно моряков, мы можем узнать и через год, например, как это было с открытием памятной доски в Севастополе. Но просто пока это не подтверждается, но и мы опровергнуть это тоже не можем. Есть погибшие отставные офицеры. Это несколько бывших полковников МВД, которые пошли на фронт добровольцами. Тоже можем заметить, что для военных пенсионеров МВД, ФСИН и других структур, в принципе, нередки случаи, когда они хотят пойти на фронт, потому что, видимо, для них, ну, во-первых, они достаточно рано уходят на пенсию, то есть пенсионер МВД – это человек еще довольно, в зависимости там, от звания, еще человек довольно бодрый в таком общероссийском смысле, да, потому что, ну, его нельзя сравнить с обычным российским пенсионером. И, ну, он, видимо, считает, что он годен к военной службе, и таким образом они хотят пойти на фронт, я не знаю, из каких-то идеологических или финансовых побуждений. И вот на этой неделе несколько случаев гибели таких людей мы получили. И на этом у меня все. Напомню, что вы можете помочь «Медиазоне» и команде волонтеров со сбором сведений о потерях российской армии. Для этого у нас есть специальный бот в Телеграме, куда вы можете присылать, например, фотографии некрологов в местных газетах, ссылки на посты в соцсетях или съемки с кладбищ. Увидимся через две недели. Пока!